Араик Арутюнян озвучил новую оригинальную причину поражения армян в войне. Газета «Грапарак» пишет, что Арутюнян, принявший на днях в Ханкенди представителей армянской интеллигенции, говоря о войне 2020 года, представил свой анализ причин 44-дневной войны и поражения, передает Азия Ас. Он отметил, что армянская сторона проиграла войну еще до 27 сентября, поскольку проиграли в демографической войне. Если бы наше население составило 250-300 тысяч человек, то точно не проиграли бы. По его словам, армяне также отстали от мира в вопросе модернизации вооружения. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.